приглашаю в свой сад насладиться пространством и посмотреть, как я плюю девичий виноград, который нападает на мою кошку в моем маленьком домике, вот, по которому плетется еще клематис, который я хочу, чтобы был виден, как он цветет. Делайте свои выводы, вот, любите жизнь и мирного неба вам над головой. Пока-пока. Ой, пока-пока. Смотрите ролик. Поехали. Что мы будем делать с тобой? Кто разрешил тебе выходить? Скажи мне. Обязательно занимайтесь спортом, вне зависимости от того, работаете физически ли вы на своем участке, но обязательно нужно разминать свои ручки, ножки, спинки и быть пластичной, занимайтесь йогой, периодически ложитесь на травку, массируйте свои ножки, делайте любимые движения, йога нам поможет, чтобы наша спинка была красивая, чтобы наши ножки и ручки хорошо двигались, и что мы в таком солидном возрасте могли справиться со всеми своими неудачами. Поэтому держите спинку и занимаемся тихо под музыку, плавно и очень хорошо успокаивает наши нервишечки. Гибкость – это очень важно для нас, для взрослых и молодых, и для всех людей. Так, скинула-то я перчатки свои. Если не сесть вовремя и не позаниматься, то своими бытовыми делами можно запутаться так и забыть про свой организм. Не забывайте, так, наклончики делаем. Все раз, два и поехали. Раз, два, три, четыре. Так, маловато будет. Ну, так, солнышко, загораем, еще делаем наклончики, медленно, аккуратно, не спешите, а то сломаем свою спинку. Татьяна, не торопись. О, сломалась, по-моему. Вот, мостики можно делать, у кого есть возможность. Становиться на голову можно, кто на это способен. Так, йога с вами. Раз, два, три, четыре. Опа, свалилась. Ну, ничего страшного. Вперед, Татьяна, двигайся. Именно здесь вы можете посмотреть на мой ландшафт, который сделан своими руками. Вот этими руками сделан весь ландшафт. Я здесь постаралась совместить разные стили, но немножко природного. И в принципе все, что здесь сделано, сделано по моему вкусу и по моему настроению. А сегодня вы попадете в мой сад для путешествия в нем. Желаю удачи, проходите в мой сад. Мне кажется, что это еще мало. Сорт. Давай руки поможем.
Говорят, детей нашли в капусте, а даже мы нашли в тыкве. В листьях тыквенных. Вот такие они огромные. Девочки, движение – это жизнь. Танцуйте везде и всегда. Всем привет. Продолжаем. Вот сегодня выкопала ведро картошечки и насобирала свои собственные кукурузки. Пойду варить. Очень сладенько будет, вкусненько. Мы уже пробовали. Очень нежное. Вот как раньше выглядел мой итальянский садик. В ближайшее время я потом его переделала. Вот выросла какая большая кукуруза. Смотрим. Уже часть сварили. И вот часть мы собираем. Вот еще дозревает она. Вот она очень высокая. Вот такая красивая кукуруза. Так что можно тоже выращивать у нас кукурузу для красоты, но и покушать и создать опору для огурцов. Вести об этой перегородке. Да, я ее создавала целый год, и поэтому вы можете проследить все ее изменения от начала и до конца. А сейчас вы посмотрите, как я копаю яму в замерзшей земле. А сейчас посмотрите, как появляется ландшафт, первые наметочки. И как мы создали. Вот, вы посмотрите, мы туда свозили все, что можно. Весной трав непонятных, крот. Я имею в виду именно ту землю на огороде. Вот. И с него я создала вот эту горку. И там внутри плодородная земля. За счет чего? Степные ветки и разные виды трав, вдохнувшие, передохнув, шквои. Поэтому там внутри заложена прекрасная подушка для растений. Да, для создания растений. Здесь я посадила хвойники. Это будет перегородка для того, чтобы от ветра и создать фон нам. И здесь пионы посажены древовидные. Вот и ролик подошел к концу. О чем был ролик, скажете вы? О моем саде, о йоге, о спорте в моей жизни, о творчестве, о энергии, которая прет из меня. Итак, дорогие друзья, мы ждем с нетерпением новой весны 2024, а предыдущие года нам дают возможность понять, что мы делаем правильно, а что мы не делаем правильно. Как мы можем измениться? И как мы садим свои любимые растения, и как мы ухаживаем за ними, и как мы стремимся с вами к красоте, потому что красота спасет мир. Всем, дорогие друзья, пока-пока. Подписывайтесь на канал, можете не ставить лайки, можете не писать комментарии, но мне очень приятно, когда вы вместе со мной, и я чувствую вас. А для этого мне нужно общение с вами. И мне очень приятно, когда вы мне пишете. И я с нетерпением жду ваших комментариев. И вам отвечаю лично я. Ну все, дорогие друзья. Ждем нового сезона, новых посадок. С вами была Татьяна на канале «Любимый сад у Татьяны». Ждем нового сезона. Всех с наступающей весной. Скоро, совсем скоро.
Сегодня с вами на канале «Любимый сад» у Татьяны. И вы попали на канал не случайно, потому что хотите узнать 8 секретов, почему не цветут пионы. Приятно видеть вас на канале почему сегодня. И пройдемся по садам и посмотрим, как после дождя, которого у нас не было, как у нас цветут цветочки, распускаются лепесточки. Вот так красиво на закате. Это, кстати, у меня в руках пион. Да-да-да. Пион. Необычный пион. Вот он такой вот красивенький. Пионушка. Вот. Такой. Это я с него сняла листики, и он получил вот такую необычную форму. Вот. Такая красота. Что вам рассказать? Так, смотрим. Дождь идет дальше. По крыше бьет дождь. Стекает. Смотрите, как интересно. Вот так природа отдыхает сегодня. И с ней отдыхаем мы. Просто занимаемся домашними делами. Обработкой фотографий. И мы вводим порядок, где не можем обычно летом добраться. Вот так. Дождь можно слушать, как он красиво-красиво стучит. Вот так. Мы посмотрели с вами. Вот, я сейчас нахожусь в ванной на втором этаже. Ручка помашу вам.